чемпионату мира по футболу 2018 Самара планирует обновить порядка 600 фасадов домов и зданий. В планах не только объекты культурного наследия, но и жилой фонд. Работа строится комплексно в рамках различных программ за счет бюджетов разных уровней, а также частных инвестиций. Например, по муниципальной программе подготовки к турниру новые фасады обрели порядка 30 домов. На очереди еще 14 на улицах Ленинградской и Куйбышева. Действительно повезло с чемпионатом, и на самом деле мы делаем это с особым удовольствием, учитывая, что это действительно наш родной любимый город. И хочу сказать, что стараемся с душой к этому подходить. Вот в частности, если мы посмотрим вот про этот дом, про который мы говорим, мы здесь сделали то, что пока еще не пробовали. Вот первый дом, на котором попробовали, мы сделали здесь ночную подсветку. Гостевой маршрут пройдет в первую очередь по улице Куйбышева. Площадь Революции уже капитально отремонтирована. Планируется обновить фасады всех расположенных поблизости домов. Первая ласточка, 77-й дом на углу Куйбышева и Венцека. Осталось привести в порядок крыльцо парадного подъезда. Теперь здание возвращает прохожих в Самару начала 20 века. Ну, настроение позитивное. Разговоры о том, что надолго это у нас здание потом прослужит. Для туристов в первую очередь это делаем. Ну и опять же для граждан нашей Самары. К возвращению зданиям ретро-стиля город подходит творчески. Каждому зданию строители возвращают исторический колорит, цвет фасадов и кровли. Выбирает главный архитектор города. Задача – сделать старую Самару по-настоящему красивой и уютной. Стараемся вот с таким определенным креативным подходом подходить к этим вопросам, для того, чтобы это было не просто там рамочный ремонт, а для того, чтобы это жителям было действительно приятно и интересно. Мы для себя в любом случае видим финиш, это 2018 год. То есть к чемпионату мира город должен, мы рассчитываем, что будет вот таким, как мы видим здесь на примере этих двух домов. Ремонт фасадов и крыш ведется полным ходом на улицах Алексея Толстого, Чапаевской, Венцека, Вилоновской, Молдогвардейской, Ярмарочной и Волжском проспекте. До старта чемпионата мира по футболу 2018 года Самара изменится кардинально. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.